Принципиально новым решением по трансляции международных технологий обучения является массовое вовлечение образовательных учреждений России в стандарты движения WorldSkills. Основная цель движения – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем объединения лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения демонстрационных экзаменов и конкурсов профессионального мастерства. Первый московский образовательный комплекс – площадка лучших практик Академии WorldSkills России по итогам 2017 года. Приглашает преподавателей и мастеров производственного обучения на программу повышения квалификации по профессии парикмахер с учетом стандарта WorldSkills России по компетенции парикмахерское искусство. Слушателями программы могут стать преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения и специалисты образовательных организаций, реализующих программу основного профессионального образования по профессии парикмахер. Программа повышения квалификации включает в себя теоретическое обучение. Слушатели познакомятся с современным состоянием и перспективами развития движения WorldSkills International и WorldSkills России «Молодые профессионалы», расскажут о содержании стандарта компетенции и применении современных профессиональных технологий в предметной сфере деятельности. В программу включены вопросы практики и методики оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения, организации и проведения демонстрационного экзамена. Слушателям подробно расскажут о требованиях к материально-техническому обеспечению учебного процесса по основной профессиональной образовательной программе с применением стандарта компетенции парикмахерское искусство. Программой запланировано проведение мастер-классов от международного, сертифицированных экспертов и членов национальной сборной WorldSkills Россия по компетенции парикмахерское искусство. Практический модуль будет включать в себя учебно-демонстрационный экзамен, в котором примут участие все обучающиеся программы, выполнив практическое задание по одному из модулей. Демонстрационный чемпионат будет проводиться в учебно-тренировочном салоне парикмахерской с организацией 24 рабочих мест по стандартам WorldSkills. Рабочие места на одного участника и общая инфраструктура площадки соответствуют инфраструктурному листу компетенции парикмахерское искусство. Срок обучения по программе 78 часов 6 учебных дней. Обучение по программе проводится за счет средств федерального бюджета. Для участников программы обучение бесплатное. Расходы на проезд до города Москвы, проживание в гостинице, питание слушателей суточные оплачиваются за счет средств управляющей стороны. При себе слушателю необходимо иметь рабочую одежду и парикмахерские инструменты. Дополнительная информация предоставляется по телефонам 8 495 472 45 77 8-977-477-96-51. Добро пожаловать в команду профессионалов первого московского образовательного комплекса.